Ценицифуга – это растение родом из Северной Америки. Оно представляет собой многолетнее травянистое растение с крупными листьями и длинными цветоносами, достигающие высоту 2 метров. Главное действие ценицифуги – это устранение симптомов климакса и использование при некоторых других гинекологических состояниях. Необходимо сказать, что ценицифуга – это действительно растение, которое предназначено и целиком используется очень широко в гинекологии. В составе растения содержится много тритерпенов, которые обладают слабым эстрогеноподобным действием. Эстрогеноподобные компоненты в составе ценицифуги способны связываться с рецепторами к эстрогенам и конкурентно блокируют действие естественных эстрогенов, которые находятся в организме, которые циркулируют в крови. Важным действием ценицифуги также является восстановление баланса эстрогенов к прогестерону. Конкретные показания к применению ценицифуги: предменструальный синдром, миома матки, фиброзно-кистозная мастопатия. И, конечно, ценицифуга главным образом используется для устранения тягостных климактерических симптомов в виде приливов, повышенной раздражительности и других. Такое действие ценицифуги связано с тем, что ее компоненты своим слабым эстрогеноподобным действием восполняют возрастной недостаток гормонов. Очень важно, что при этом не происходит стимуляции ткани молочной железы так, как это обычно бывает при гормонозаместительной терапии. Дело в том, что синтетические гормоны способны повышать клеточное деление клеток молочной железы, что может провоцировать появление опухолевых заболеваний. Поэтому применение ценицифуги – это отчасти и профилактика рака молочной железы и других гормонозависимых гиперпластических процессов. Еще одно действие ценицифуги – это антиспастический эффект на мускулатуру матки, что бывает полезно при дисменорее и болезненных менструациях. Ценицифуга имеет ряд противопоказаний. Ценицифуга противопоказана при беременности, при тяжелых хронических заболеваниях, в особенности печени, а также при кормлении грудью. Редко встречаются аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства. В связи с наличием таких противопоказаний более целесообразным является комбинированное применение ценицифуги, например, с экстрактом сои и гамма-аризонолом.